но внешне больше напоминает волну. У Лана темная грива длиной около 10 сантиметров и темная полоса, тянущаяся от гривы до хвоста. Живот, морда, ноги и шерсть около рта белый. Это единственный представитель семейства лошадиных, обитавший на Ближнем Востоке до начала 20 века. Местный подвид улана, сирийский онага, был полностью истреблен. В 1968 году в Израиль были ввезены из Голландии 11 особей наиболее близкого иранского подвида, чьи представители немного крупнее местного. Животные были приобретены ассоциацией Хайпар. 20 израильских газелей послужили частичной платой за стадо. Разместились в заповеднике Хайбар-Йосфата. Онагры отлично прижились и хорошо размножаются в заповеднике. Он поедет, соберет всех, а потом дадут им еду. И Туркестан. С 1982 года были предприняты попытки реинтродукции животных в районе Махтеш-Рамон, а впоследствии в районе Нахарфаран. Не все попытки оказались успешными. Но, тем не менее, сейчас в природе живет около 100 онагов. Они населяют территорию пустыни Негев к северу от